Меня зовут Асель Жикенова, индивидуальный предприниматель. Занимаемся производством одежды для будущих и кормящих мам, а также линия спортивной одежды для детей и взрослых. Начиналось все с того, что когда я сама была в положении, искала одежду, и мы подумали, почему бы не запустить здесь в Актау специализированный магазин с большим ассортиментом одежды. Вообще все начиналось с того, что я шила дома. И мы попробовали дома шить подушки для беременных. Со временем наш зал превратился в дом в швейный цех. Меня зовут Тамерлан, мне 21 год, я занимаюсь пчеловодством. То есть на пасеке нахожусь уже с 10 лет, до 16 лет. То есть я помогал на пасеке, работал, таскал улья, там, сколачивал рамки. Потом в 16 лет я уже начал профессионально заниматься пчеловодством. То есть в 16 лет я приобрел один додановский улей у себя в Георгиевке. И затем начал уже увеличивать пасеку. Меня зовут Умыт Касымова. Я являюсь основателем бренда Ойка. Идея появилась, когда я была в декрете, была в положении на 4-го ребенка. И у меня закончилось средство для мытья посуды. И я хорошо разбирала состав, потому что работала в пищевом производстве. И мне захотелось разработать такой продукт, который был бы действительно натуральным. Много на прилавках я вижу продукции, которые написаны «эко», «био», а на самом деле не является таковой. Первое средство – это было средство для мытья посуды. Наше средство понравилось нашим знакомым, друзьям. Я его на кухне дома делала сама, потому что мне было интересно попробовать. Перед тем, как пойти к знакомому технологу, я сделала сама. И это были обычные средства, домашние. Меня зовут Должан Жусупов, я CEO и основатель проекта «Церебро». С 2018 года занимаемся разработкой искусственного интеллекта для диагностики инсульта. Проект объединяет в себе врачей, инженеров, дата-сайентистов. Сейчас в данный момент у нас 16 человек уже в команде. Есть очень профессиональные врачи в команде. Сейчас продукт, получается, может диагностировать 3 вида ишемического инсульта и 5 видов геморрагического инсульта. И точность и скорость диагностики не уступает самым лучшим экспертам. Меня зовут Амирхан Тимирбаев. Мы представляем команду «Альфа-Сат». Наша команда – это разработка и создание малых космических аппаратов, а именно наноспутников. Наноспутники – это космические аппараты, масса которых не превышает 10 килограммов, а размеры 10 на 10 на 10 метров. И мы решили, почему бы наш опыт создания, разработки космических аппаратов не передать молодому поколению, чтобы готовить космических инженеров со школьной скамьи. На этой почве была возникла такая идея и подача на конкурс.